Рада, что мы опять все вместе собрались в нашей, я надеюсь, уютной гостиной. Спасибо вам, что вы добрались до нас. Значит, вы все в здравии, сил много. Шахматы – любимое занятие, поэтому увлечение, хобби, все, вся жизнь в шахматах. И я очень рада, еще раз скажу, очень рада, что мы сегодня все здесь собрались. Предоставляю слово Евгению Андреевичу, несменному нашему председателю ветеранской комиссии, и будем открывать турнир. Так, ну что, мы услышали первые слова от хозяина нашего здесь дома, члена комиссии ветеранов, заместителя председателя, который славно работает в наших ветеранских делах. И перейдем непосредственно к турниру. Вот если бы сейчас здесь были юные, назовем их пионеры, они примерно бы сказали в адрес вот нашего турнира следующее. Ветераны-юбиляры, до чего же хороши? У вас сегодня юбиляры, поздравляем от души. У нас наблюдается удивительное, конечно, единение шахматистов. Мы, так сказать, и боремся друг с другом за доской, но в жизни мы получаем большое удовольствие от того, что мы есть, что мы играем в шахматы, что мы общаемся. Вот. И среди нас, у тех, которых юбилей в этом году, есть удивительное просто. Ну, достаточно всю войну, от первого до последнего, и продолжает сражаться. Я скажу, что в нашем шахматном цикле он старейшин, потому что все остальные, кто даже старше по возрасту, они давно не играют. А он играет, сражается, получает удовольствие. И вот несколько слов. Голику Анатолию Алексеевичу. Вам, Анатолий Голик, желаю жить без нолика. А сладкая победа была и утром, и после обеда. У вас же все получится. Соперники пусть мучаются. Вот, но награждение мужчин у нас будет завтра. Сегодня мы, наши взоры обращены к женщинам. И в первую очередь человеку, который, к сожалению, не может с нами сегодня разделить этот праздник. Беловинец Людмиле Сергеевне. Так я пойду разделять. Ты так печально начал, что я не знаю. Неужели я уже это? Момент. Ладно, продолжай. Так, я скажу, что это удивительное тоже существо, которое я знаю. Теперь назвем до уровня существа. Человеческое существо. Вот. И несколько слов скажу. Ну, удивительное во всех отношениях, вы знаете это не хуже меня. Вот, кстати, любопытная деталь. Вот это здание когда-то принадлежало деду или прадеду? Деду. Деду. Ее деду. Видите, в каком здании? Так что всегда рады вас видеть. Хозяин. Нет, это бездом. Я скажу, что Люся всегда расточает улыбки. Человек с юмором. Общаться с ней одно удовольствие. И несколько слов.
70-летию со дня. К 75-летию страшно вообще. Слушай, цифра, я не понимаю, Евгений Андреевич. Ну я не буду. Вы озвучиваете какие-то страшные цифры. Я не понимаю. Мила людям, людям мило. И назвали вас людьми. Во все стороны гляжу, и вас не нахожу. Вот все тогда. Сергей, одна задача. Работа, дети, работа. Работа, дети, работа. Спасибо. И сегодня она... Российская шахматная федерация награждает благодарственным письмом Белавину Людмилу Сергеевну за многолетний труд. Так. Сейчас, подождите. Сейчас я могу сказать. Да. В деле развития шахмат и поздравляет с 75-летним юбилеем. Желаем вам новых шахматных побед, долгих лет жизни и всего самого наилучшего. Большое спасибо, не взирая на те радости, которые говорила в адрес. Я очень тронута. Так, Евгений Андреевич, спасибо. Можно мне? Спасибо большое. Ну, вы же меня знаете, я конечно вас знаю. Здесь. Так, еще кубок. Это еще не все, я поняла. Нет, это тоже посластить немножко. Спасибо. Спонсоры стараются. Очень трогательно. И медаль за доблестный труд. Спасибо, спасибо. Огромное спасибо. Спасибо. Так, и кубок. Ой, это мне просто не хватит всего. Спасибо большое. Все забираю. Так, ну а теперь кто нас?